Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Сегодня мы посмотрим, что же в Рязани произошло важного, интересного и даже удивительного, а было и такое. Вкратце о главных сегодняшних темах. Схватили за руку. По подозрению в вымогательстве взятки задержан высокопоставленный руководитель областного управления Федеральной налоговой службы. Погорельцы. Репортаж из Рыбновского района о том, как живет мама с двумя несовершеннолетними детьми после того, как пожар уничтожил их дом. 435 незваных гостей. Рязанские судебные приставы предоставили данные о работе по выдворению нелегалов. Автором сенсации недели стал заместитель руководителя областного управления Федеральной налоговой службы Алексей Новиков. Он, по информации правоохранителей, попался на более чем миллионные взятки. Вот что сообщили нам в Следственном управлении области. Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Рязанской области Алексея Новикова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в конце 2013 года Новиков вымогал одного из рязанских предпринимателей денежные средства за возмещение НДС. Днем 23 января этого года при получении в служебном кабинете взятки в размере 1 миллион 140 тысяч рублей Новиков был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также региональных управлений МВД и ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении Новикова меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Надо отметить, что эдакий новогодний откат за возмещение НДС, по данным правоохранителя, Алексей Новиков вымогал у бизнесмена, уже имевшего на руках судебные решения и исполнительные листы, необходимые для этого самого возмещения. Задержание высокопоставленного начальника налоговой службы прокомментировал губернатор Олег Ковалев. Он заявил, что в его адрес неоднократно поступали обращения от руководителей крупных предприятий, которые жаловались, что налоговики используют неправильный подход в части возврата НДС предприятиям, вложившим деньги в развитие производства. Я со своей стороны не раз обращал внимание руководителей УФНС России и Рязанской области и ряда федеральных структур на необходимость пересмотра такого подхода к предприятиям, составляющим основу экономического потенциала региона, сказал глава области. Откуда же взялся такой неправильный подход к делу у чиновника-налоговика? Следователи разберутся, но сейчас можно сказать, Алексей Новиков, так сказать, из новых руководителей регионального управления налоговой службы. Он прибыл в Рязань на должность вместе с нынешней начальницей службы Любовью Черкасовой в апреле 2012 года. До этого, сообщает издание РИА Новости, оба работали в Волгограде. Любовь Черкасова была заместителем главы администрации Центрального района города на Волге. Алексей Новиков с 3 по 8 год работал на различных руководящих должностях в государственных, муниципальных, коммерческих структурах Волгограда, а потом 3 года занимался частной юридической практикой. Но затем частный юрист стал высоким начальником, а теперь переквалифицировался в задержанного с поличным. Плоховатое продолжение карьеры, что и говорить. Вот мнение по поводу всего, что происходит, руководителя регионального крестьянского союза Владимира Мимоглядова. Когда мне от союза крестьян пришло письмо с просьбой указать факты, которые коррупции есть налоговая инспекция, что она разберется с ними, и непосредственно виновники будут наказаны, если такие имеются. На что было представлено многочисленное количество подтверждающих таких вот событий. В результате была проведена прокурорская проверка по запросу Генеральной прокуратуры, где все факты, которые мы указывали, нарушения законодательства в сфере налогообложения и возмещения НДС, они все были подтверждены. Прокуратура внесла протест в эти моменты. Ну а сейчас, на сегодняшний день, мы видим, что оперативно сработали силовые структуры, грамотно провели операцию. Я надеюсь, что после вот такого задержания начнется распутываться цепь, и в результате мы увидим, надеюсь на то, что виновные в этом коррупционном скандале будут все наказаны. Вот так. Кто-то миллионы собирает в собственный карман, а кто-то вообще без каких-либо средств. Да и без крыш над головой остался. Недавно в рязанских средствах массовой информации прошло известие о пожаре в деревне Ходынино Рыбновского района. 4 января наступившего года здесь сгорел жилой дом. Молодая женщина, мама двоих несовершеннолетних детей, осталась, как говорится, на снегу да босиком.
Далее репортаж недели, снятый Натальей Новиковой в Рыбновском районе. Жительница рязанского села Ходынина Наталья Каскина просит помощи неравнодушных людей. После пожара женщина осталась без жилья с двумя несовершеннолетними детьми. Пожар произошел 4 января во время новогодних праздников. Как произошло? Мы все были дома, потому что были праздники, вот отдыхали. И где-то около 8 отключился свет. Но так как мы живем в деревне, у нас это частое явление, поэтому не придали значения этому. Вот. Через какое-то время я услышала крики о помощи, что кто-то кричит. Но так как рядом магазин у нас и были праздники, думаю, может быть там. Но вышла на крыльцо посмотреть, что такое. И увидела то, что в калитку в соседнюю квартиру забегает соседка и кричит: «Наташа, мы горим». Вот. А дом, так как у нас он вытянутый, 4 квартиры, вот, я когда повернулась, увидела, что с последней квартиры уже внутри там все полыхало и загоралась уже крыша. В настоящее время Наталья вместе с гражданским мужем и двумя детьми 8 и 12 лет проживают в однокомнатной квартире ее матери в той же деревне. Кто-нибудь вам когда-нибудь пытался помогать? Ну, кто-нибудь, вот то, что соседи, вот как-то деньгами там, кто что-то. Да, вот со школы, ну, это уже когда начали учиться, вот, со школы учебниками помогли. Администрация, ну, с администрации я получила 10 тысяч. А насчет того, что не обещают вам жилье какое-то? Обещают пока общежитие на время, а так как мы относимся, ну, к селу, ну, администрация, ну, как бы, трудновато там будет. Ну, не знаю, что. Семья нуждается в одежде, посуде, технике, необходимы школьные принадлежности для детей. В чем школу ходишь? Еще все сгорели? Да. А в чем теперь ходишь? Что дали, то и хожу. Выгорело все действительно дотла. Местами пожар не оставил даже стен. Тут вот огород наш был. Вот. Здесь у нас постройка была, вот у нас из-за у соседки мансарда была. Вот у нее уже все отделано было, мы тоже вот собирались. А пожар начался вот с этой вот, с последней квартиры. Пока лазили по руинам, подошла знакомая Наталья, и мы невольно подслушали разговор. Это, Наташа, долгий путь. Это хлопотать, надоедать надо, унижаться. И вот тогда... Ну, ничего, Наташа, можно и дойти и выше, идти. Как это? Ну, вот обращаюсь, куда могу. Вот люди помогают. Вот. Сейчас требуются деньги, вещи для детей. Если кто-то что-то может помочь, пожалуйста, буду очень благодарна. Чего хочешь вот в этом году? Чтобы все было хорошо. Вот опять вспоминается предыдущая тема о глобальных взятках и откатах. Больше миллиона требует один чиновник в свой карман, а в случае с погорелицей Натальей Хаскиной и ее детьми местная власть расщедрилась аж на целых 10 тысяч рублей. Это голым босым детям. Наверное, чтобы валеночки купить, дабы в школу не босиком бегали. Ну как же все у нас бывает коряво, просто диву даешься. Наконец недели новости о пострадавшей семье такие. От администрации помощи больше не поступало, но дают местечко в общежитии. Поддерживают Наталью и ее детей местные жители всем миром. Кто чем может, так и живем. К другим темам. Из областного управления Федеральной службы судебных приставов пришли цифры по работе с нелегальными мигрантами. Итак, за 2013 год приставы выдворили за пределы страны в общей сложности 435 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории России. По сравнению с 2012 годом показатель вырос почти в 4 раза. Наиболее частыми клиентами приставов были граждане Узбекистана. За год их выдворено 323 человека. На втором месте оказался Таджикистан, 51 нарушитель. На третьем – Вьетнам с 13 неправедными гражданами. Кроме того, по итогам минувшего года рязанские судебные приставы выдворили за пределы России нигерийцев 9, армян 6, молдаван 6, азербайджанцев 5 человек, киргизов тоже 5, а также выставили в освояси троих китайцев и одного иорданца. Но нелегалы едут и едут, и конца края их потока не видно. Справиться с ним без новелл в законодательстве невозможно. Некоторые аналитические выкладки на этот счет в материале Олеси Харлиной.
О прорехах в старом законодательстве в первую очередь говорит тот факт, что загостившиеся мигранты быстро находили в нем лазейки. С Нового года нелегал как минимум подумает, что ему сложнее – законно оформить необходимые документы или неделями ждать разрешения на въезд. Иностранный гражданин, который прибывает к нам в безвизовом порядке, то есть на 90 суток пробыв здесь, и если он не оформил вот разрешительные какие-то документы, то есть патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание, то суммарно он в течение полугода может находиться у нас 90 суток. И более того, после покинуть Россию на такой же период – 3 месяца. Раньше достаточно было дважды пересечь границу и хоть на следующий день вернуться. За минувший год в регионе на первичный учет поставили более 55 тысяч иностранных граждан. Самое простое – оформить патент. Сегодня это обойдется в 1216 рублей ежемесячно, а через год его продлить. Кстати, штрафы для юридических лиц, которые нанимают на работу иностранных граждан без регистрации, с 1 января 2014 года возросли до 1 миллиона рублей. При этом в случае выявления подобного правонарушения такие компании тоже будут закрыты на 3-месячный срок. Грядут изменения и по части квотирования. В послании президента, как вы знаете, Федеральному собранию было озвучено то, что квотирование должно себя изжить, и то, что планируется введение и для предприятий, и для индивидуальных предпринимателей, то же самое, как и вот для частных лиц, это патенты. То есть в зависимости от региона их будет цена устанавливаться, как мы понимаем. Но в настоящий момент пока еще ничего нет, остались квоты. Квоты на будущий год мы их из года в год сокращаем. И на будущий год у нас порядка 13 тысяч. Вот на этот вот, вернее, уже год порядка 13 тысяч если будет привлечено иностранных граждан для работы. Оформляя разрешение на работу, каждый мигрант должен будет сразу предоставить медицинские документы, а не через месяц, как это было раньше. Окончательно решен вопрос и о месторасположении управления миграционной службы. Было выделено здание на 14-й линии 2В, которое отремонтировано, капитально отремонтировано, великолепное здание, великолепные рабочие места, созданы для наших сотрудников, то есть и находится оно как бы в промышленной зоне, вдали от жилых помещений. И 1 февраля этого года оно открывается. Некоторые изменения коснутся и наших граждан. Теперь их регистрация будет производиться не в местных поселениях, а только через территориальные пункты УФМС. К сведению, в этот понедельник Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Нижней Палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за предоставление мигрантами ложных сведений. Проект предусматривает также повышение штрафа за предоставление заведомо ложных сведений об иностранном гражданине или о лице без гражданства, либо подложных документов, принимающей стороной, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Его размер, согласно предлагаемым поправкам, будет составлять от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Немного, конечно, но, как говорится, главная тенденция. В эфире аналитическая программа телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Далее в нашем эфире. Летят журавли. Подведены итоги традиционного регионального конкурса журналистов «Хрустальный журавль». Волонтеры против наркотиков. В рязанских школах идут просветительские уроки. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. В сегодняшней программе «Полицейский дайджест недели». Продолжает программу «Полицейский дайджест недели» от Глеба Галушкина. Здесь было многое, от разбойничьих нападений до трагических автоаварий. Сразу 5 автомобилей различных марок и габаритов столкнулись на Шиловском участке федеральной трассы Москва-Челябинск. 46-летний житель Сапожковского района на «Жигулях» 11-й модели с прицепом слишком разогнался, и злосчастный прицеп занесло навстречку. Его ударил КамАЗ, груженный зерном, не удержался на своей полосе и тоже вылетел навстречку. Далее грузовик снес 2 легковушки – Nissan и Ниву – и вошел в аварийный контакт с фурой Volvo. Водитель Нивы погиб. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в среду вечером на 9-м километре трассы Рязань-Спасск. Здесь молодая девушка из Орловской области при обгоне не справилась с управлением и улетела в кювет. Ехавший ей навстречу водитель, чтобы избежать аварии, выехал на встречку, где и столкнулся с газелью. Во встречном направлении двигался автомобиль Renault Megane, водитель которого, чтобы избежать столкновения с Peugeot, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель». В результате происшествия от полученных травм погиб 42-летний водитель автомобиля Renault. Также на этой неделе появились новые видеоматериалы по делу о недавнем нападении на рязанского таксиста. Напомним, в ночь с понедельника на вторник на Театральной площади к таксисту подсели 2 молодых мужчин и женщина. Клиенты попросили отвезти их в деревню Безлычное Захаровского района.
Уже в деревне пассажиры вдруг попросили шофера остановить машину, вышли из салона, а потом вновь вернулись. Когда водитель там чуть-чуть тронулся, я взял вот такой вот его рукой, зажал. Вот. Ну и сказал, ну давай, говорю, останавливайся по-хорошему. Телефон он на панель, чтобы кинул, чтобы позвонить никому не смог. И руки не телефон на панели. Я сказал водителю вылезти. Ну, водитель вылез из машины. И я тоже сел, перелез сюда, ну, на водительское сиденье. Ну, за руль автомобиля и поехал в сторону деревни. Я ключ вытащил, взял оттуда деньги. Все, водитель вышел. Сашка пересел сюда, девчонка сидела сзади. Вот, Сашка завел, и мы поехали с ним. Ну вот, потом по дороге взяли еще бутылку, распили. Вот, потом увидали, что едут сотрудники полиции на десятке, на белой. Сашка увидал их, ну и начал от них уходить. Вот, нас занесло, и мы врезались в дерево. Таксист, после того, как лишился автомобиля и денег, добрался до трассы, остановил попутку и попросил водителя позвонить в полицию. Вскоре стражи порядка нашли автомобиль, причем в кювете. Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело о разбое. Было установлено возможное лицо, причастное к преступлению, и на место его жительства отправились сотрудники. Были замечены разыскиваемый автомобиль, который находился уже в кювете. Из данного автомобиля пытались скрыться лица, которые были задержаны и которые явились в ходе дальнейшего разбирательства с теми преступниками, которые похитили. Также на этой неделе рязанские полицейские накрыли подпольное казино в Михайлове. Причем игорный клуб работал по всем правилам конспирации, необходимым для таких увеселительных заведений. Массивная железная дверь, камеры по периметру, внутрь пропускались лишь хорошо знакомые клиенты. То есть приходит посетитель, ты смотришь, вот домофон, да? Да. Ну и что дальше? Если знакомый? Не знакомый, то открывай, если нет, то средний вход закрыт. Из подпольного казино полицейские изъяли 10 одноруких бандитов. Сейчас организаторы заведения установлены. На них будет возбуждено дело об административном правонарушении. На этой неделе не остались без работы и рязанские пожарные. В четверг в 7 часов вечера на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Галенчинской. На место выехали 5 пожарных расчетов. Однако пламя было такой силы, что деревянный дом все-таки сгорел. Жертв удалось избежать. Причина пожара устанавливается. На этой неделе в рязанских школах прошли уроки, разъясняющие старшеклассникам весь вред употребления наркотиков. Проводят их волонтеры при поддержке антинаркотического ведомства региона. Наркотики – дело действительно гнусное. По статистике, в России ежегодно они убивают 70 тысяч человек. Наркоманами становится 86 тысяч россиян или 235 ежедневно. Кстати, общее число наркоманов не увеличивается, но по самым грустным причинам смертность от наркотиков самая высокая. И еще, от наркомании излечивается не более 10% приверженцев зелья. Средний возраст погибшего наркомана в России – 28 лет. Потому-то российские наркополицейские привлекают все больше добровольцев, которые нашли бы верные слова, чтобы уберечь молодежь от фатального решения. Продолжая тему, экспресс-интервью, записанное Натальей Новиковой. Василий, скажите, пожалуйста, какие профилактические меры сейчас проводятся в нашем городе для выявления наркомании среди подростков? За все время проведения тестирования, это было протестировано более 5000 человек, в первые два года выявлялись молодые люди, употреблявшие наркотики. Сейчас, к счастью, такая практика продолжается, но результаты фактически говорят о том, что масштабного употребления, наверное, таких наркотиков не выявлено, но мы понимаем, что наркоситуация никогда не стоит на месте, она динамична, и со спадом аптечной наркомании на смену препаратам старого поколения приходят, к сожалению, синтетические психоактивные вещества, предлагаемые на рынке, и очень часто они еще не включаются в подконтрольные списки. И у многих молодых людей, многие молодые люди, добросовестно заблуждаясь, начинают их употребление, и это становится первым этапом к употреблению, собственно, более сложных наркотиков и к формированию наркомании как заболевания. А вот это тестирование, которое в школах проводится сейчас, оно принудительное или добровольное все-таки? Да, законодательством обязательно предусмотрено добровольное, информированное проведение. Но в законодательстве прописаны профилактические медицинские осмотры, которые проводятся с определенным инструментарием, с использованием экспресс-тестов. То есть это кровь берут? Нет, это берутся биологические среды, вот, и потом проводится их тестирование специальными тест-полосками. Вот. В дальнейшем надеемся, что будут приобретены аппаратные комплексы, и степень достоверности этих сведений, конечно, увеличится. –
Еще об одном мероприятии, про которое мы, ну, по личным мотивам не можем не упомянуть. На днях были подведены итоги областного журналистского конкурса «Хрустальный журавль». Награды героям творчества вручал губернатор Олег Ковалев. Также участие в церемонии приняли высокие гости, ведущий федерального канала «Россия» Эрнст Мацкевичус и представитель генерального партнера конкурса, управляющий торгово-развлекательным центром «М5 Молл» Андрей Гаранин. Наградные журавли прилетели в редакцию телекомпании «Город». На юбилейный 10-й региональный творческий конкурс журналистов «Хрустальный журавль» было представлено около 1500 работ. На нынешней церемонии награждения глава региона Олег Ковалев призвал пишущую братью и дальше отстаивать активную гражданскую позицию. После вступительного слова глава региона приступил к награждению журналистов. В профессиональной номинации «За лучшую журналистскую работу» победила журналист нашей телекомпании «Город» Олеся Харлина. Она взяла «Хрустального журавля» за телеочерк «Дело Вагнера». Документальный проект «Дело Вагнера» готовили несколько месяцев, долго, упорно, с историческими фактами. И это всегда приятно, вот такой результат. Еще одним победителем конкурса «Хрустальный журавль» в специальной номинации «Цени свою жизнь» стала Олеся Котровская, автор и ведущий программы «Время жить». Это проект о последних достижениях в области медицины, спорта и здоровья. Программа родилась недавно. Я думаю, она будет востребована. Мы будем приглашать лучших рязанских медиков, ученых, врачей говорить о новых достижениях медицины, проблемах, открытиях. В номинации «Лучшая тематическая программа» лауреатом конкурса стала автор и ведущий программы «О чем молчит время» Ирина Ковалева. Она получила награду за свои работы об истории удивительных, овеянных тайнами и легендами мест рязанщины. То, о чем я рассказываю, это наша история, это наши корни, это, в общем-то, то, что должен знать каждый. Мы всегда стремимся уехать куда-то подальше за границу для того, чтобы познакомиться с какой-то древней архитектурой, культурой, но порой даже не знаем, что в нашей же области существуют такие памятники, которые тоже заслуживают нашего внимания. Мы поздравляем коллег с победой на главном региональном конкурсе профессионального журналистского мастерства «Хрустальный журавль». Желаем им и в дальнейшем крупных творческих успехов и не менее крупных побед. Завершим программу открытием недели. В городке медуниверситета открылся «Аквамед» – современный бассейн, которого здешний учащийся и учащий народ давно ждал. На открытие комплекса приехали первые лица региона. На базе Рязанского медицинского университета состоялось торжественное открытие нового бассейна. Грандиозная стройка началась еще с середины лета. И вот спустя всего полгода на водные дорожки вышли первые спортсмены. На старт! Внимание! Этот бассейн положил начало федеральному проекту по постройке 500 бассейнов. Особенно важным является то, что открытие можно приурочить к скорым Олимпийским играм. Кстати, посещать бассейн смогут все желающие за умеренную плату. Ну, мне хотелось бы пожелать, чтобы с введением этого объекта наши студенты стали более здоровыми, а наши сборные принесли нам еще больше побед. Пловцы были быстрее, и у нас наконец-то появились, может быть, в университете и свои олимпийские чемпионы. Спасибо всему коллективу за нашу совместную общую работу. Открытие нового бассейна практически совпало с Днем студента и Татьяниным днем, посему было решено объединить эти праздники. А присутствовали на гуляниях ребята со всех университетов нашего города. Дорогие ребята, хочу пожелать... Ну, праздник хорош еще чем, что, во-первых, Татьянин день – это день, когда вы можете отдохнуть, расслабиться, повеселиться. Это день, когда начинаются каникулы зимние, и в предвкушении такого отдыха зимнего тоже как-то веселее становится, наверное, на душе. Сдана сессия, как-то можно выдохнуть немножко. Поэтому я вас поздравляю с праздником. Я хочу пожелать, чтобы вы сегодня хорошо отдохнули, повеселились, пообщались в неформальной обстановке, ну и отдохнули уже на каникулах и с новыми силами за работу. Вот так весело и с пользой провели этот день рязанские студенты. Такая вот выдалась неделя, и смех, и слезы, и печаль, и радость. Такова она, наша жизнь. Такой, судя по всему, будет всегда. Но будем исходить из великого девиза древних оптимистов. Все, что не делается, делается к лучшему. Хороших вам выходных, всего доброго и до встречи в эфире.